Да, вся наша жизнь – это попытка ее контролировать и получать результаты. Вот здесь один из редких таких моментов, когда усилия принесли результат. Прочитал я как-то в книжке, что сморчки и старички выращивают на гнилых яблоках. Думаю, у меня тут огромная яблоневая плантация. Столько гнилых яблок, вы не поверите, телегами вывозим просто. Даже спилить их, думал, в сердцах. Потом думаю, нет, они кормят землю, а значит, могут выращивать на себе другую еду. И что бы вы думали? Нагреб я гнилых яблок. Вот они, гнилые яблочки. И что мы видим? Привез грибницу сморчка. Точнее, строчок. Это строчок. Из Минского ботанического сада на щепе. И вот, посмотрите, какие замечательные пошли у нас грибы на гнилых яблоках. Вот, опыт удался. То есть мы уже кушаем свои первые грибы. В апреле. В апреле, в конце апреля, ребята. С чем себя вас поздравляю. Вы тоже можете повторить этот опыт. Вам нужны старые яблони, море гнилых яблок. И еще я, ну, тут щепу, в общем-то, культирую. Правда, грибницу я в метре где-то сеял. А вылезли они почему-то здесь. Видно, здесь было вкуснее. Вот чем вас и поздравляю. Настоящая первая вкусная еда. Что можно с картошкой варить или пожарить. Правда, стручки и сморчки отваривают, но я просто обжариваю. Скоро уже пойдут и кольцевики. Такой репортаж в лесе. Кушайте свои грибы.